Приветствую, летчики-самолетчики. А знаете ли вы, что МиГ-21 Бис стал реально лучше играть в War Thunder? Все из-за понижения боевых рейтингов. Как же применять данный самолет в боях? Вы узнаете в этом видео. Мы обсудим плюсы этого самолета, его минусы, а также пройдемся по тактике применения, где я расскажу, как использовать ракеты R-60M и что тут есть еще интересного. Ну, погнали! Плюсом данного самолета можно отнести его отличную скороподъемность и всеракурсные ракеты. От этого будет и строиться наш геймплей. Быстрые врывы и раскидывание ракет во все, что движется. К минусам этого самолета я отнесу хреновую пушку и довольно быструю потерю энергии. Тактика на этом самолете зависит от того, куда мы попадем. Если попадаем на свой боевой рейтинг, то бишь топ, ну или чуть выше, тогда есть смысл идти на острие атаки и пытаться урвать противников, которые летают без ОТЦ. Например, это Дракен, J-35D прокачиваемый, F-4C Фантом, F-105 Underchief, F-1, японский Starfighter F-104G, ну и есть еще даже редкий F-4F Фантом немецкий. В остальном же надеемся на неопытность противников и наше везение. В таких вот боях можно весело играть и нагибать. Ну, а если мы в заднице, все грустно. Куда мы попали, можно определить по наличию, например, МиГ-23МЛ, F-4S или Mirage F-1C-200 в команде. В нашей, ну или противника. Если они есть, мы в жопе. Если их нет, тогда ура, все хорошо. Есть, конечно, вариант, когда есть только МиГ-23МЛ. Это значит, мы попали на 11.7, и это вроде еще куда ни шло. Но спасибо солянкам, на высоту лучше не лезть, так как можно словить Р-24Р от советского самолета. Довольно крутую ракету, от которой без правильных маневров и уклонения довольно просто уйти в ангар. В таких случаях я посоветовал подождать начала боя, облететь карту пока что и атаковать противников, которые уже начали бой с нашими союзниками. Ну а теперь поговорим про ракетах. Итак, наше основное вооружение — это ракета R-60M или МК. По сути, в игре они друг от друга ничем особо не отличаются. И кидать их стоит либо в лоб с небольшой дистанции, так чтобы враг не успел среагировать и пустить свои ОТЦ, либо в догонку, или борт с расстоянием не более 2 км. Во врага, идущих со скоростью как у вас, наша ракета способна долететь с расстояния не более чем 1,5 км у земли. Но чем выше вы летите, тем дальше будет лететь и наша ракета. Опять же, многое зависит от нашей скорости. Например, если вы летите со скоростью 1400 и быстро приближаетесь к врагу, то можете кинуть ракету с расстояния в 3 км и даже более. В лицо я ракету советую давать совсем небольшой дистанции, порядка 1,5 км. А лучше даже ближе, и чтобы враг банально не успел откинуть ОТЦ, и чтобы наши ракеты не успела на них уйти. Есть еще нюанс такой, надо поднять свой нос выше противника, чтобы ракете еще меньше выходить на перегрузку. Конечно, могут нам попасться и вообще неопытные противники, или противники без средств защиты, и тогда мы можем поразить противника с максимальной дистанции, как только захватит его наша ракета, ну в лоб имеется в виду. Но опять же, это все зависит только от везения и только от неопытности противника. Вообще, применение данного самолета и его ракет достаточно рандомно, но при грамотной игре без врага в ангар вы точно не уйдете. Говоря про пушку, тут все плохо. Это советская сдвоенная двухствольная пушка. Боекомплект получается по 125 снарядов на ствол, и уходит он очень быстро. Баллистика не очень, урон хрен пойми какой, так еще и стреляет из-под брюх, стрельба выходит вообще специфичная. Сведение лично я ставил примерно 500 метров, как везде. Стоит, конечно, упомянуть еще ракеты R-13M1. Они заднеракурсные и более-менее маневренные, ну, менее маневренные, чем R-60M, точно. Имеют они большую дальность, наверное, в 2 раза большую дальность, чем ракеты R-60M. И готовя это видео, я постарался честно применить их в некоторых боях, и как-то совсем у меня не получилось, честно говоря. Конечно, в определенных моментах они могут поразить врага намного лучше, чем R-60M, например, хорошо его догнать. Но, тем не менее, они все так же уходят на ОТЦ, и поэтому, ну, я считаю, какая разница, догонит врага ракета или нет, если она все равно уйдет по пути на ловушку. Ну и все равно каких-то чудес от нее ждать не стоит. Например, вот сейчас она его все равно не догонит, заранее скажу. Все зависит все равно от тактики. Лично для себя я решил использовать только ракеты R-60M, поскольку ракеты R-13M1 иногда у меня просто оставались, и я их не мог никуда пристроить. Ну а дальше я вам покажу несколько боев на этом самолете, где в каждом я набивал минимум по 3 фрага.
Попал я сегодня на карту Испания, и здесь я обратил внимание на то, что нету как-то очень больших самолетов, но имею в виду самолеты с большим боевым рейтингом. То, конечно же, мне на руку. На этом самолете сейчас, если попадать в топ, на МиГ-21 БИС, играть очень весело, очень круто, и можно реально нагибать. Но если, конечно, рандом будет на нашей стороне. Итак, давайте посмотрим, кто же тут у нас вообще имеется. Так, А5С, это был рейтинг у нас 10.7. Буканир, по-моему, это вообще на 10.3, если мне не изменяет память. Ну что-то как-то странно на самом деле, потому что... А, J8B, кстати. Это у нас уже что-то посерьезнее. J8B, это у нас, по-моему, был рейтинг 11.3. У него есть ракета Аспид. А это значит то, что, скорее всего, против нас будут Ешные Фантомы играть. Возможно, по-любому такие же BCR будут против нас играть. Ну, посмотрим. В любом случае, это не 12.0. И это очень приятно. Ну, ладно. Здесь карта, поскольку маленькая, Испания сама по себе, я люблю зачастую идти не в лобовую вот так вот, а немножко обходить слева и идти между вот этих двух баз. Здесь вот такая вот долинка есть, вот где-то вон там вот она, вот дузу, да? И туда вылетать. Попробую пристроить ракеты свои R-60M кому-нибудь в лицо. Ну, надеюсь, что-нибудь получится. В любом случае, играть как-то от высоты, с одной стороны, на это весело, а с другой стороны, самое веселое, это когда какой-нибудь штурмовичок летит, а ты в него всовываешь всеракурсную ракету прямо в лицо. Кстати, ребят, если видите такие же бесяры перед собой, обязательно всегда заранее кидайте ЛТЦ, потому что иногда вы просто не сможете среагировать, или ваша ракета, точнее, ракета врага не сможет среагировать на ваши тепловые ловушки, ну и, соответственно, вам она влетит в лицо. Не надо так делать. Ладно, мы уже подлетаем к полю боя. Вот здесь вот обычно уже начинаются какие-то контакты появляться. Так, я вижу, F8 U2 летит, но он очень высоко. Угу, ждем-ждем-ся. К сожалению, пока ничего нету. Очень... А, вон, смотри, Су-17. Су-17, Су-17, отлично, Су-17. Если это советский Су-17, у него нету вообще никаких ракет. Ой, нет, вот он, давай. Ай, нет, это четвертый, и все у него есть. Ай, жалко, отсюда не заметишь. Ну ладно, в принципе, минус одна ракета, ну попытались. Я очень надеялся, что это Су-17М2, у которого нету ни хрена. Ну ладно, так, дальше здесь, по-моему, тушка где-то я видел летала. Вот уже не... либо не... А, вон она сверху летает, ладно, я понял, пропустил. Фантом сейчас без скорости, кидаем ракету. Он ее не видит, великолепно, фраг. Один есть, кидаем ЛТЦ на всякий пожарный, вступаем в маневренный бой. Самое главное, не потерять управление полностью. И постоянно откидываю ЛТЦ, постоянно откидываю, не знаю, какое расстояние, похрен, кидаем. Полтора километра, не знаю, догонит, не догонит, в любом случае. Ракету запустил, ну а враг откинул ЛТЦ. Ладно, не будем ввязываться с А7 в маневренный бой, поскольку это у нас Корсар, а не... Что-то такое вот. Какого? Не J7, это А7, да? Корсар достаточно быстро. Еще и об очках, не пойми, что оттуда вылезет. Из кого-то вон там F8 U2 опять же летает. Давайте просто убежим. Поскольку у нас есть ракеты, есть скорость. Топливо еще, в принципе, на 8 минут. Ну, короче, на бой нам еще хватит. Просто постараемся выйти из боя. Это самое важное в этом моменте сейчас, я думаю. Так, отлично. Из боя мы вышли. F8 U2 уходит от нас. Это хорошо. Давайте попробуем с ним как-то вступить, может быть, в маневренный бой, так сказать. Использую немножко закрылочки. Отлично. Он что-то какой-то херней тут занимается, я не понимаю, то ли он тут... Я на высоту, что ли, пытается вытащить или что? Так, главное, чтобы не прилетел тут к нам кто-то третий. А, потому что обычно, если кто-то третий прилетает, это уже чем-то плачевным заканчивается. Кинем ракету вот так наперед. К сожалению, ракета... Не смогла попасть. Пробуем я так вот по нему зарядить. F8.2 на самом деле достаточно тяжко бороться, если у тебя какая-нибудь СМТшка, но на бесяре достаточно просто. Единственное, что не поможет здесь вот абсолютно... Точнее, не помогут здесь ракеты в этом сражении, да? Потому что вот как бы я в любом случае буду их откидывать, а он будет откидывать ЛТЦ, да, вот так вот. Нет, к сожалению, вот, ну, не хватает мне его достать. Пушку главное не тратить, я все равно его выиграю. Главное время, так сказать. Тут у нас дукфайт получается. F8.2 очень опасная херня. Ребята, бойтесь этого, таких засранцев, особенно если они играть умеют. Ну, как видите, сразу. Ну вот, все, отлично. Удалось мне его достать.
Отлично, я его кое-как еле-еле сделал. Возможно, можно было, конечно, по-другому действовать, но главное, что я вышел победителем. Самое важное, что в таких вот боях, когда вы долго сражаетесь, имейте в виду, может прилететь, как я уже сказал, кто-то третий. И немножко вам бой обломать. Ну ладно, еще осталась одна ракета, топливо 4 минуты. Попробуем сейчас ее в кого-нибудь пристроить. Вот АЦ, в принципе, есть. Пройдемся где-нибудь у земли. Вон там всякие А-10 летают. Нет, А-10 уже не летают. Возможно, получится в кого-нибудь пристроить ее. Блин, господи, какие же конченые облака нам ввели в последнее время. Раньше такого говна не было. Он 27-й летит, смотри-ка-то. Он летит хвостом. Возможно, меня не видят. Попробуем сейчас по нему дать ракету. Так сильно не разгоняемся. Топлива мало. Или, может, лучше по этому? Бесяре, так сказать. Бесяре по другому медарю. Пуск. СМТшка. Видит пуск, к сожалению. Все, ладно, уходим на. Наверное, надо было 7-го пробовать сожрать. Но он уже достаточно был далеко, да. Возможно, ему и не получилось бы его нормально забрать. Надо выходить из боя здесь. По-любому. Может быть, попутно получится 27-го скушать. Вроде еще боекомплект у пушки есть. Не попал. Рискую, топлива мало. Ребят, рискую. Самолет добит. О, господи, они сюда прилетели. А, вот этого я вообще не ожидал. И больше БК нету. Попробуем свалить. Эх, зря я это сделал. У СМТшки вообще, наверное, много топлива. А еще А7 прет. Блин. Ну, тут, наверное, знаете что, жадность фраера разгубила будет. Надо было спокойно улетать. Вот, но тут на моем количестве топлива, скорее всего, уже ничего не сделаю. Причем у А7, скорее всего, топлива вообще дохренище еще. То есть он меня будет догонять, вот, а у меня все закончится. Блин, я их в начале боя сделал топливо на 20 минут. Надо было на 25 так и оставлять. Капец, у меня просто закончилось топливо, закончилось ОТЦ, закончилось все. Что это было? А почему это? Почему R60 решил поразить меня? Ну, да, наверное, надо было просто какой-то маневр еще дополнительно делать. Видимо, мой двигатель без форсажа был слишком горячий для этой ракеты. Просто летел, игнорив ЛТЦ, блин, охренеть. Эх, ладно. Ну ладно, три фрага я сделал. Жалко. Здесь что можно сказать? Жадность фраера разгубила. Реально. Ладно, давайте пойдем в следующий бой. В любом случае, если я опять настреляю хотя бы так троих, уже неплохо. Я бы даже сказал, троих настрелить, это очень хорошо. Кстати, забыл посмотреть показатели фарма за предыдущий бой. А, ну он еще не закончен. Ну и ладно. О, один бесяр у нас разбился. Поиграл называется. Надо будет что попробовать, конечно, потестить с ракеты R-13M1 полетать и с R3R. Ну как тестить? Я, в принципе, с ними играл, я с ними летал. Вот, и не раз, здесь уже просто вопрос в том, что не всегда как бы выдаются моменты, когда их можно пристроить как-то более-менее эффективно. Хотя ракеты R-13M1, например, конечно, получше летит, чем ракеты R-60, но не надо забывать, что все же она заднеракурсная, да, и совершенно не такая маневренная, как R-60, да. С другой стороны, я бы ее всегда брал, и будь она всеракурсной. Ну, понятное дело, но такое счастье никто здесь не даст на боевом рейтинге 11-0. Чтобы всеракурсная ракета была, так еще и дальнобойная, еще и на такой базе, как МиГ-21. Так, ладно, начинают какие-то контакты уже появляться. Нам 23-й мегари на высоте идут. Я на высоту идти не хочу. На высоте можно, конечно, пытаться как-то играть, но только если у тебя как бы есть какие-то такие вот цели для атаки из-под тяжка, да? А такие цели бывают только если ты играешь на небольших боевых рейтингах. Здесь же вот по всяким 23-м мегарям кидать вот эти вот ракеты R60. Даже на высоте это занятие вообще достаточно бесполезное. Беспонтовое. Ну, разве что таких моментов можно, конечно, реально брать ракету R-13M1. Так, он фантом прет, я не знаю. Такие не... Май, черт, потерялся. Ну так, кинем ракету, не знаю, он видит ее, по-моему, актер. Он ее не видит ни хрена, ну и хорошо.
Нам же лучше, самолет сбит. Идеально. Идеально. Уничтожил по F5 к нему ракету в упор. Боже, да что за актеры такие? Минус 2, блин. Так сразу в самом начале влетел. Блин, всегда бы так, а? Вроде ни хрена не сделал. Вот бывает вот такая вот фигня, ребят. Давай, с небольшой дистанции. А вот это успел уже ракету откинуть. К сожалению. Откинул в упор, хотя почти ракету, но чел успел среагировать. Обычно кидаешь прям с километра буквально, реагировать не успевают. На, это тоже успел. Прям на последних секундах собаки вот, откидывают ловушки. Ну, тут, знаете, вот когда кидаешь ракету, такой R60 в лоб, да, особенно. Здесь вот есть такой нюанс. То, что либо ты, получается, кинул ракету, и она в УТЦ улетела или пролетела мимо, да, либо как бы она у тебя довернуть не успеет. Эмелк на кто-то убил, мальчик. Одна эмелк со мной и хочет что-то связаться. Маневренный бой, вступать, да? Я понял, ее тоже убили. G8 тут летают. Ну, на меня очень много народу, я смотрю, тут полетело, но всех, слава богу, уничтожили мои союзники. А мне в самом начале боя как повезло, на двоих, так и все. Ладно, G8 он вроде энергию потерял. Сейчас попробуем ее к ним довернуть. Может, даже R60 по нему залетит. Вот так вот ее отправим. Как хорошо летит, он меня не видит. Отлично, фатальные повреждения. Хорошо, ну, третий есть. Уже не зря скатал, слетал этот бой. Уже получилось все хорошо. Так, вон там летает А5, нам надо его догнать. Вот, поскольку эта цель достаточно медленная, неповоротливая. Вот, и вообще не быстрая, он там атакует нашу наземку. Также у нас у них тут летает Су-17, А-10. Стоим 9-7. Ну, я думаю, надо по А-5 отрабатывать ракеты и сваливать на свой филд. Это будет, я думаю, самое великолепное решение в этом бою. Так, А-5. Отлично, все, у него на хвосте. Он знает, что у него в хвосте. Ага, чтобы ко мне чуть-чуть не прилетел, по типу он 23-го мигаре. Походу УТЦ закончились. Ну давай ракеты добьем, раз УТЦ закончились, да? А нет, не закончились. Но они его уже не успели спасти. То четвертый фраг я себе оформил. Надо сваливать. Эти J7-х, вот там А10-й целую кучу ракет пускает. Я что-то не понимаю, что это за ракеты у него, конечно. Странные какие-то. Можешь, конечно, попробовать его уничтожить, но я думаю, не стоит. Сейчас, если начну какой-то такой вот более-менее маневренный бой с ним вступать, там J7 может подоспеть. Вот, и тогда меня, возможно, убьют. Причем, кстати, он так неплохо, я так смотрю, троих наших настрелял. Ой. Не то я нажал. Вылазил все. Закрыли. Окей. Ну вот, мы перезарядились, мы вернулись. Вот этот А10 летает, крабит наземку. Причем очень интересно, он наземку крабит. Вообще ему на все посрать, я смотрю. Вот, ракет у него, скорее всего, уже нет никаких. Можно попробовать его смело тут уничтожать. Отлично, фаталочку я ему прописал. Походу без крыла оставил, да, ну все, он упадет. Отлично, тут мой пятый фраг уже оформлен, так сказать. Кто-то облучал, но это, наверное, похоже, союзник. Все, А10 у нас ушел в ангар. Отлично. Так, у них осталось еще J7. По-моему, чуть ли не двое там этих J7-ых. Очень, на самом деле, опасные противники, если в хвост зайдут, да? Потому что ракеты их очень быстро, и вовремя не заметишь. Все, ракеты уже у тебя будут из двигателя торчать. Дай бог, если не взведется. Но у них нету всеракусных ракет, да и вообще как бы по ЛТХ J7 он уступает и МиГ-21БИС, потому что J7 это что-то типа МФ-ки, вот, СМТ-шки, ну что-то такое вот, более, я бы сказал, слабое, да. Таких Р3Р там нету, вот, так что вообще летим на них, воп, не паримся. Жалко, у меня тут нету Р3Р. Попробуем сейчас ему в лоба дать ракетку с минимальной дистанции, прям, я не знаю,
Ах ты, собака, попал. Бам, нахрен. Я в тебя помощнее, по-моему, попал. Он по мне пушки попал. Ай, жестко, на самом деле. Но я... Ай, блин. Черт, помощь за него дали. Р-24Р уничтожили. Ну, понятное дело, куда уж тут мне до ракеты Р-24Р. К сожалению, конечно. Решил я тут на минимальную дистанцию ему подлететь. Из-за чего чуть в ангар не отлетел. Жалко. Ну ладно, все равно, в любом случае. Помощь заработал. Вот так всегда, знаете, когда ты как-то пытаешься ракетой отработать в лоб, иногда забываешь о том, что у тебя пушка есть, в принципе, которой тоже можно стрелять. И вот есть такой нюанс. То есть ты вот как бы думаешь о ракете, вот не думаешь о пушке. Потому что я вот лично очень много раз себя на этом ловил. Ракету это надо кидать с расстояния в километр, понимаете? Но на расстоянии в километр, особенно в лобовой, тебя из пушки могут забрить. Что сейчас вот только что чуть не вышло, да? Мне по-хорошему бы сейчас на базу лететь, но с учетом того, что он там последний остался. Вот, да и с учетом повреждения моего двигателя, который черный, я, наверное, до базы уже не долечу никак. Вот, а шанс на уничтожение... Ага, понятно, последний противник, вон он там, где 23-й Мигарь, он вообще у нас там, оказывается, сидит. Блин, обидно, обидно до ужаса. Вот уже второй бой у меня, на самом деле, как бы, с одной стороны, результативный, да, очень хороший, что там префрага, что здесь целых 5, но, блин, ну что-то не то, знаешь, ну вот как-то все не так. Ну, это не идеально. Хотя, с другой стороны, если сейчас вот этого 23-го доберут, и я еще не рухну на землю, можно сказать, что будет, в принципе, почти идеально. Не знаю, где там наши летают, но, по-моему, они с ним то ли дохватятся, то ли что-то такое делают. Я-то отсюда не вижу. Я вижу то, что там мартер наш синенький и мартер красненький, так сказать. Дайте, убивайте его быстрее, я не хочу тут умирать лишний раз. Все, двигатель у меня сдох, к сожалению. GC7 мне тут очень здоровски, так сказать, вдарил. А, еще и ML-ка убила нашего, я понял. Победила, блин. Ну, вот так вот всегда. Опять жадность, вторая разгубила, блин. Хотел в лицо дать ракетой, в итоге сдох. Грустно, обидно, досадно. Итак, снова тут карта голландские высоты. Только здесь мне уже повезло. Попал я, похоже, вообще в какой-то очень хороший топ. Тут и Су-17М2, и Су-25К. И даже, я не знаю, ну, Су-24М есть. Ну, ладно, короче, попал я на 11.3. Не совсем топ, но все равно хорошо. Мне сегодня прям везет. До этого играл на Бесяре, постоянно попадал в задницу. Кому интересно, сейчас время 16.48 по Москве. То есть, возможно, вот в это время самолеты на 11.0 кидают более-менее нормально. Потому что кто-то говорит, то, что это от времени зависит. То, как тебя балансировщик кидает. Типа, смотри, грубо говоря, в 4 часа тебя будет кидать постоянно в топ, а в 5 часов тебя будет кидать постоянно там к 11.7, а уж в 6 часов будешь постоянно в жопе играть. Не знаю, может так, может нет, ну, кому интересно, делаем так. Хотел поставить, как я говорю, в будущем бою ракету Р-13М1 на Р-3Р, но обнаружил то, что у меня какого-то хрена багнулся пресет с вооружением, у меня только на одном крыле были ракеты, ну, а сами понимаете, не хочу я сейчас лететь с ракетами только на одном крыле. А вот здесь вот, в этой вот менюшке перед боем, к сожалению, нельзя включить редактор подвесов. Вот, и, ну, сейчас нельзя включить редактор подвесов. Поэтому что с этим не сделаешь. Так. Не знаю, может от высоты попробовать поиграть. Ну, давайте попробуем, может, реально сейчас в этот раз попробуем куда-нибудь забраться повыше. Не знаю, может, километров на 5. И попробовать по штурмовичкам ударить, если что. И убежать. В принципе, идея, с одной стороны, хорошая. С другой стороны, как я уже говорю, ракеты Р-60, они не очень хорошо летят. Ну, а на большой высоте, кстати говоря, летят они получше. И если Р-60 догонку на высоте, ну, у земли можно кидать максимум там с 1,5 километров, то вот на такой высоте уже она из 2 догонит. А на высоте километров 8, то она может даже из 3-4 догнать. Вполне себе. Ну, с 4, конечно, преувеличил. Хотя, смотря какую цель. Вообще, все очень сильно зависит именно от скорости противника. Если вы видите то, что вы очень лихо приближаетесь к врагу, не обязательно там подлетать на дистанцию в 1,5 километра. Можно кинуть ракету из 2,5, даже у земли. Она все равно догонит. Так что переживать тут в этом не стоит. Хотелось бы, конечно, найти хоть одного персонажа тут совсем без АУТЦ.
Вот, за эти бои. Возможно, в этом бою мне повезет. И тут попадется какой-нибудь, я не знаю, американский сэшный фантом, что-то в этом роде. Так, вооружимся дипольками. Чуть-чуть будем их попукивать. Мало ли что. Жалко, конечно, РТР нету, но РТР, мне кажется, на 1.0 это вообще бесполезная штука. Так, летят. Там еще появляются товарищи. Очень страшно, конечно, я сам тут тоже. J8B, понятно. У него тут аспиды, очень страшный тоже враг. К счастью, он меня тут заметил очень поздно. Вот, я думаю, не будем сейчас на него обращать внимание, как и не будем переть вот на этих вот А5, да? Я вот смотрите, что вижу. То, что вот F5 целая стайка летит за нашим товарищем. Вот, и возможно, у меня сейчас будет шанс для атаки из-под тяжка. Очень главное, скорость большую не набирать, иначе у нашей бесяры может порваться немножко. Откидываем сами ОТЦ попутно. Кидаем ракету одну. Нет, к сожалению, вот он как будто видит, у него шестое чувство, я не знаю, развитое или что это такое. К сожалению, не смог его уничтожить. Что-то вот они видят. Вот все-то они видят, я не знаю. Ну вот откуда ты вот меня видел, а? Засранец, блин. Значит, по десятому не попало. Еще одну ракету даю. О, это не увидит. Все, кобзда ему. Одному кобзда. Ешному, наверное, не кобзда. Нет, к сожалению, не попал. Это еще у нас и пауковой ешный-то. Блин, очень-очень зря это делаю, наверное. Если просрочу всю скорость, дайте лучше будем убегать от него. Ну, его в задницу, потому что не он, так сейчас его друзья прилетят, вон их там уже много, а десятые всякие разные летают. В том числе пушками по мне работают. Ах ты ж срань. Ох ты ж, ё-моё, чуть-чуть попадает, ну ладно, фу. Слава богу, вроде убегаю, вроде убегаю. Нахер всякие мужики уходят. Ну, ты правильно, нехер, был в маневр не будет там вступать. К счастью, я успел свалить, прям вообще к великому счастью успел. Это вообще в жопу пусть идет, все эти ракеты ваши мужицкие. Блин, я вот так надеюсь, то, что буду попадать к самолетам, у которых вообще ОТЦ нету, но такие мне не попадаются, к сожалению. А, вон они, смотри, он F4C, вон где летает мой сладкий. Вот, ну он, похоже, достанется какому-то шестому. Очень жалко, за мной огромная стая всех непонятных F5 летает. Он J7 еще летит тут, дымится. А, не, смотри, живой. F4C, ну давайте попробуем до него достать. F5 все равно меня тут не догонит. Единственная проблема в том, что у них там питоны могут быть. Вот, ракеты, у которых там очень-очень хорошая скорость. J7 по мне ракеты отдает. Мне на них пофигу. Я хочу F5C убить. Ой, F4C. Это дальше будем сваливать на филд на свой, потому что их очень много. Наша команда здесь явно прям проигрывает. Очень жестко, причем проигрывает. Давайте сейчас по F4C надо отработать. Потому что нахрена мне столько ракет на базу вести, да? Не поймут. И эта стайка прям за мной так и прет, так и прет. Она хочет меня убить. Или фантомчик. Видит? Видит? О, не видит, смотри. Отлично, не видит пуск. Так, есть. А, это вообще вот отца нету. Пуск. Отлично, сейчас еще один будет. Бам, нахрен. Все, великолепно. Этих мы подбили. Там тут сделаем какой-нибудь разворот вот такой. Жесткий, так сказать. Вот и будем убегать уже в сторону своего филда. Топлива маловато, конечно, но я думаю, врагов тоже не слишком много. Тем не менее, три фрага я сделал. Вот и будем сваливать. Здесь уже вообще ничего не сделаешь. Все, включим сейчас такой вот малый форсаж небольшой. Может, даже его вообще нахер вырубим. Я не думаю, то, что они за мной гнаться будут. Дистанция слишком великая, слишком большая. Дистанция слишком велика, не знаю, как это назвать-то, да? Ну, в общем, будем убегать. Ну и, к сожалению, невозможно точно в этом бою мы проиграем. Потому что чисто вот А10 сожрет всю у нас наземку. Вместе с А5. Кстати, А5 еще за мной гонится. Не очень мне хочется с ними связываться, потому что я это вообще ни разу не выжил, блин. Меня зачмарят, за КДшкинс.
Тяги нет. Ой, тяги нет. Энергии нет. Блин, я надеюсь, что они сейчас на Су-17 отвлекутся. Давай, смотрите, какой вкусный Су-17 летит. Чего вам я-то? Да, отлично, Су-17 полетели. А, отлично, опять улетел на Су-17. Ну, пусть летит за Су-17. А я слишком быстрый. Меня тут не догонят. Ну, как-то я слишком быстрый. У меня уже топлива нету, господи. Главное, ему об этом не говорите, что тут Митич без топлива летит. Ладно, мне главное на Филд сейчас приземлиться. Вот, а 10-й, конечно, там прет тихоходно, но ладно, а 5-й все, а 5-й точно не в мою сторону прет. Ну, к счастью, я хотя бы выживу, и то спасибо. Быстро включаем воздушный тормоз. Ух ты, ни хрена себе. Вы это видели? Это я понимаю, блин, самолет подпрыгнул. Боже, такое ощущение, что как будто на шасси все еще приземлился, я не знаю. Ну ладно. Нормально, приземлились. Хотя тут можно еще даже продолжать. Продолжать даже не то, что можно, я думаю, нужно. Потому что вот тот же самый А5 сейчас уже сам, наверное, без топляка будет летать. Ну вот. Ну а что делать-то еще? Не знаю, надо, наверное, дальше. Продолжать. Можно, конечно, выйти. Можно, конечно, выйти, но я не буду выходить. Это я зря. Ой, пропускаю, пропускаю, пропускаю. Ой, шасси случайно. Ни хрена себе, блин. Вдруг откуда ни возьмись, появился в рот. Чуть-чуть. Блин, топлива много, тяжелый капец. То есть как бы третий не прилетел какой-нибудь. Вот как с детства в упор не попал по нему. Там чуть-чуть тут остается до него. Ну ладно, давайте вот так вот. Давайте просто по прямой от него будем бегать. Потому что мне кажется, что топлива у него очень мало. Я прям даже, знаешь, я уверен, что топлива у него прям вот прям на донышке. Вот, а он сейчас по мне вообще ничего кинуть не сможет. Блин, как жалко. А вот сейчас вот, ну, хотя бы выжил, хотя бы он меня не убил. А, у него что-то еще было, смотри. Это говно он мне по мне тут кинул. Не знаю, почему он по мне сразу это говно не кинул, а? Да. Вот у него энергия закончилась. Блин, так хорошо его пропустил, а? Ну, господи, насколько же конченая пушка? Это ГШ-20 стрел. Ну, в любом случае, я хотя бы выжил. И сделал минус 3. 63 тысячи серебра. Очень грустно здесь играть, конечно. И симуляторная карта, и самая жопа. Ну, ладно, хрен с ним. Я думаю, в топе я сегодня 2 раза поиграл. Ну, почти в топе. Можно и здесь поиграть. В любом случае, как бы результативно, знаешь, была очень хорошая. Вот, даже несмотря на то, что я тут сдох 2 раза, да? Здесь поражение, здесь тут поражение. Испании победа была. В любом случае, здесь 5, а здесь 3, здесь еще 3. За 3 боя я уничтожил... Блин, ну... Получается, уничтожил 11 целей, да? За 3-то боя. То есть, 2 раза сдох. То есть, вообще, результат очень хороший. Прям, ну, он бомбический, я бы сказал так. Будем сейчас пробовать в самой жопе играть, вот на этих ракетах. На самом деле, ребят, я вам это не советую использовать, потому что это лишний геморрой, честно. Да, конечно, иногда при определенных условиях ракета R13 M1 может зайти, ракета R3R может зайти. Вот, и она будет лучше, чем R60 в определенных условиях. Но зачастую намного проще кинуть R60M, вот, и не париться. Потому что там 1,5 километра, если враг не видит, то все, это труп, это фраг.
Вот иногда они игнорят ловушки вообще, иногда там еще какая-нибудь херня случается, вот которая будет нам на пользу. Но, блин, а вот с этими прям лютые проблемы. Знаете, у меня иногда бывали такие бои, вам честно скажу, когда вот летал раньше две ракеты R13M1, когда нельзя было прям вот подвесы жестко, так сказать, так вот редактировать, вот. То есть можно было подвесить две ракеты R13M1 и вот R60, соответственно. Вот, и такой вот сетап был. Так, короче, у меня очень часто просто такая ситуация бывала, то, что остаются две ракеты R13M1, и ты их не можешь никуда пристроить. Ну, то есть ты их можешь кинуть, да, но ты понимаешь, то, что ты цель не уничтожишь. Вот, зато в лобовые, как бы, ты их так не выкинешь, ну, просто на удачу, да. Потому что вот враг летит какой-нибудь, говорю, в лицо тебе, да, и ты можешь по нему дать ракету, а он может не среагировать. Вот может просто новичок, может отвлекся, может он вообще в этот момент назад посмотрел, да, а ты хоп, и у него ракета вперед летит. Может он не ожидал. Или АТЦ у него закончились, такое тоже может быть. Вот, а R13M1 все равно чисто в хвост. Да еще и там перегрузка не очень хорошая. Вот. А тем, кто летал на американцах, ну, ракета АМ-9J, ну что такое АМ-9J? Вот. Так что можете для себя как бы поставить, так сказать, подумать, что лучше. Единственное, что Сикер типа маленький, она на ЛТЦ не так реагирует. Вот, но это не значит то, что она на ЛТЦ не уходит. Многие говорят то, что, например, Питон 3 ракета не уходит на ЛТЦ, да? Вот, типа Америка, это китайская ПЛ-5Б, она там на ЛТЦ типа хреново уходит. Вот, но она не то, что хреново уходит, она типа все равно уходит. Она уходит, очень хорошо уходит. Даже за эти бои, которые я тут летал уже на Бесяре, сколько по мне этих ПЛ-5Б запускали. Вот, и все как бы улетали тут от меня. Не вообще, получается, только R60 избили. Которые абсолютно все ОТЦ заигнорило, да? И из пушки меня сбили. Потому что жадность моя. Так, ладно, кстати, F4S, возможно, сейчас я смогу пристроить ракету R13M1. Вот, может даже имеет смысл выключить радар. Нет, не будем выключать радар. Нет, R60MK надо ставить. Ой. 60 и не долетит. Ну, блин, уже вот все поздно. А, вот PL5 бил этого чела вообще зашло. Ну, почему? Ну, чел даже вот ОТЦ не кидал. Вот посрать было, ну, как обычно. Блин, такой момент был сейчас вот для фрагов, и я его просрал. Из-за того, что облачко было впереди, а потом не ту ракету выбрал. Вот, потому что, мне кажется, если бы я дал вот именно R13M1 в такой момент, да, вместо R60-й. R60 я для Фантома готовил. Вот, но не получилось. Вот видели, я говорю, вот момент сейчас идеальный был. Но вот если бы я еще ее пристроил, было бы совсем идеально. Легко показательно. Давайте попробуем R3R пристроить. Поэтому товарищи, или что тут у нас получится с него пристроить. Может тут же опять же R13M1. Да, кинем вот так вот ее с 3 километров, да? То есть, видишь, как видишь, достаточно быстрая ракета, но что-то она его потеряла, я не знаю почему. Ну, пушка отрабатывает. Блин. Тут живучий, блин. Непонятно, то ли он ЛТЦ отбросил, то ли он пушки свои отработал, то ли еще что-то. Ну, короче говоря, в молоко все нахуй нашло. Жизнь в семье. Ой, МКшка сейчас зайдет. Нет, не зайдет. Нет, не зашла, к сожалению. Гранаты там летают. Блин. Господи, что-то торнадо не отлетело. Тут ужасный торнадо, блин. Упу, ракету лови. А, ты ж срань. Криты. А можно уничтожить его, а, пожалуйста. Криты только. ГШ-23, я обожаю ее, я не могу. В упор. Попадает, урона прям вообще нулина полная. Не-не-не-не-не. Пушек нет.
осталась одна ракета R3R. Сраная. Ну, я не знаю, куда ее вообще девать. Выкинуть, блин. Только с ней. Просто так вот пролетал весь бой. Он кфир еще летит. Не, надо сваливать, короче. Надо не крутиться, не вертеться. Надо просто прямой дать. И лететь. Попытаться убежать, блин. Я еще не в ту сторону бегу. Теперь меня еще догонит эта собака. Разгоняемся. Попробуем убежать. Ну, охренеть. Один фраг, одна помощь. Результат так себе. И тот фраг с пушки. Ну, и летают с этой R3R. Вот нахрена. Мне, конечно, этот торнадо прям удивил максимально. Я не думал то, что он вот будет настолько живучий. Ладно, все, этого вроде убили. Можно, наверное, теперь и до филдата своего лететь. Со спокойной душой, да? В жопе, короче говоря, тяжко. Особенно, когда облака вот эти вот все, когда ракет нормально не можешь пристроить. Иногда бывает, сам что-то тупишь, иногда, как в случае сейчас с пушкой, урон не проходит по торнадо в упор, блин, стреляешь, а ему вообще посрать. Вообще, самое идеальное, конечно, попадать по крыльям, потому что если крыло отлетает, это минус самолет. А корпус, как видите, танкует сейчас зачастую огромное количество попаданий. Вообще не ясно почему. Отлично, меня обучают. Кто там обучает? Тут пара у меня как вылетит, блин. Тоже есть пара. Это, видимо, какой-то фантомчик, который разбомбил базу. Вот, и теперь вылетел на охоту. Он доволен. Он заработал свои 500 очков. И жаждет крови. Ага. А нет, это, я вот на карте увидел, а это он какой-то бот летает. Ну, ладно, сейчас мы тут перезарядимся. На филде, да? И включим слепую охоту. О! Вот оно, вот он, вот он, вот он мой сладкий летит, блин. Бам, попадание, ёб твою за ногу, попадание, блин. Повреждение руля высоты, он, кстати, падает, но это попадание, прикиньте, это, о, самолет сбит, великолепный R3R. Просто фантом, сейчас я не знаю, но это, знаете, это не заслуга ракеты, это просто чисто фантом такой. Вот, прям повезло мне, максимально. Ну, два фрага сделал уже, тем не менее, результат есть. Но это не значит то, что прям вот, ох ты, нифига себе, берите, смотрите-ка, ракету R3R. Нет, его бы тут вообще любая ракета бы сбил. Мне кажется, я бы R3 с него кинул. А, хотя нет, R3 бы как раз таки бы не сбил. Ну и R3 сам-1 бы его хвост, наверное, догнал. Потому что он вообще никакие средства противодействия не кидал. F4E у них остался. Смотри, 40 километров до него. Господи, мне до него лететь? Конечно, сейчас весь бой вообще не хочется. Ну, полетим, куда деваться. Вот так красиво залетает Су-24М. Yes. Красавец. Даже не на брюшко. На шасси. Молодца. Mm.
Вообще эффективность, конечно, этого самолета меня поразила. Вот ему определенно снижение боевого рейтинга пошло на пользу. Ну и, конечно же, повышение его очень главных, так сказать, основных противников, таких как Томкэты. Вот, потому что мне многие в комментариях писали, типа, Томкэты, что такого? Ну ни хрена себе. Томкэт рвет бесяру, как ни хрен делать вообще, как стоячего, я не знаю, как ребенка. Причем у Томкэтов есть эти замечательные фениксы, у иранских Томкэтов так вообще факуры. Так что, понятное дело, BCR с этим вообще никак соперничать не может. Ух ты, нифига себе. Это такое. Блин! Убил. Господи, вот вы... Ай, кобздец нахрен. Я запутался в ракетах. Ну и в последний момент кинул по нему 60 МК. Я лечу, не ту ракету выбрал. Точнее, сначала та была, потом не ту. Выбираю. Ну ладно, убил. Три фрага сделал. Господи, я надеюсь, наши затащат. Блин, можно было бы еще там, конечно, одного уничтожить. Анлаки. Бой, блин. Ну ладно, хотя, что тут анлаки? Если так подумать, я сыграл, получается, 4 боя. За 4 боя... Это что такое? А, это я нашел бы сегодня сыграл великолепно. За 4 боя я уничтожил, получается, в одном бою пятерых и в трех боях по 3. Да? То есть, итого я уничтожил 14 противников за 4 боя. То есть, КБ-3, да, получается, КДшкинс тут вообще, ну, опять сейчас сдох, конечно, как тупой. Но, тем не менее, КД тоже будет хорошее. Вообще, Мигарь, получается, МиГ-21 Бис Лазурем, это великолепный самолет, вот, мне вот прям очень понравился то, как он сейчас играется. Единственное, что вот такой пресет использовать, наверное, не надо, ну, разве что вы прям как-то можете это все реализовывать, любите. Можно брать R3 на CM1, можно брать R3 R, не знаю, я предпочитаю 6 ракет R60M, и, типа, все будет окей. Все будет нормально. Как видите, играть на этом достаточно просто. Мозга мало, просто кидаешь ракеты, в принципе, все, что движется, и в лобовые старайтесь кидать в упор. Вот единственное, что как бы вот как много ракет, вот как я сейчас, да, вот запутался, просто буквально в них запутался. Потому что враг приближается, вот. А я хотел сделать пуск в лоб, наверное, надо было уклоняться. Ну, не стоит. Короче говоря, покупать немецкий BCR-у точно можно, вот, можно, в принципе, BCR-ы все эти качать. Кстати говоря, если обратить внимание на прокачиваемый BCR, точнее, немецкого, да, именно прокачиваемого, он будет самый хреновый из всех. Из-за того, что у него подвесной контейнер с LTC, то есть, видите, вот LTC у него вот в этом вот контейнере, да, вот, а у всех остальных LTC как бы на жопке крепится. То есть, если вот обратить внимание на... Вот это вот Лазурь-М. Вы видите, вот у него контейнеры с LTC, блоки с LTC, точнее, да? У советского BCR, по-моему, что-то такое же вот. Тоже, по-моему, блоки с LTC есть, да? Вот они тоже, вот видите, вот здесь вот расположены. И, в принципе, у венгерского и у финского тоже такая уже шляпа. То есть, да, вот тоже у него нету этой штуки под брюхом, и, соответственно, у Италии венгерский МиГ-21 БИС. А, нет, не венгерского, кстати говоря, так же, как у немецкого. Да, это БИСАУ, вот у него. А, нет, стоп, подожди. А как-то у меня странно, здесь он стоит все. Непонятно, странно, но это надо, короче, обращать внимание. Да, кстати, у него тут, смотри, тут блок ЛТЦ будет, то есть вот у него вот именно проблема тоже такая же будет, как у немецкого аппарата. Ну да ладно, в любом случае, возвращаясь к нашей Лазурке, покупайте, качайте BCR. Стал очень комфортный самолет. Ну, он был так, типа, нормальным, да, я всегда говорю, ну, он нормальный. То есть нагибы не ждите, но ветку он вам прокачает, как истребитель, типа, кого-то сбивать вы будете ракетами. Вот, сейчас же намного интереснее, потому что опасных противников меньше, корма больше, попадает он лучше. Вот, ну и на этом у меня все. Всем спасибо, кто меня смотрел. Всем удачи, летчики-самолетчики. Всем пока.